Сулейман Керимов выделил более 88 миллионов рублей на благоустройство кладбища Кырхляр в Дербенте. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Отметим, что на этом кладбище похоронены сподвижники пророка Мухаммада, мир ему и благословение. В рамках работ будет произведено новое мощение траншейным камнем, оборудована теневая галерея с местами для сидения, парковка, арочные проемы, фасадная облицовка, а также источник омовения, молельные санузлы. Также будут заменены ограждения и проведено озеленение, говорится в сообщении. По словам градоначальника, в работе по благоустройству старинного кладбища задействованы подрядчики из Дербента и только местные жители.